Здравствуйте, рад приветствовать вас на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет про стиральную машину Haier HWD-80BP1-4979. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. После просмотра переходите в комментарии, там задавайте вопросы и делитесь мнением. Для поддержки канала ставьте лайки. Стиральная машина Haier HWD-80 – практичная модель, которая станет подходящим решением для большой семьи. Управление просто и интуитивно понятно. Сенсорный дисплей русифицирован и дополнен традиционным поворотным регулятором. Внутренняя подсветка барабана, облегчающая загрузку и разгрузку стиральной машины. Ни один, даже самый маленький носочек не останется незамеченным. Новая стиральная сушильная машина Haier способна отстирать до 8 кг белья, а просушить до 5 кг, при этом глубина ее составляет всего 45 см. Предусмотрены все самые необходимые программы стирки от ежедневной и детской до стирки постельного белья и шерсти. Для слабо загрязненного белья в наличии есть программа «Быстрая 15 минут», современный бесщеточный мотор, тихий и долговечный благодаря уменьшению точек трения. Инверторный контроль мощности снижает расход электроэнергии, гарантия 12 лет. Удаление аллергенов и вирусов с помощью ультрафиолета, гигиеническая чистота как вашей одежды, так и самой стиральной машины. Ультрафиолет на страже гигиенической чистоты вашего белья и здоровья вашей семьи. Технология AiriFresh позволяет освежить вещи с помощью пара, удалить запахи и разгладить заломы. Нет прямого контакта с водой и моющим средством – идеальное решение для деликатных тканей и экономии времени. Удаление пятен разного происхождения – от травы, вина, крови, косметики, пота и других. Просто нажмите кнопку «Пятна» и выберите тип загрязнения. Эффективное отстирывание обеспечено. Я проанализировал отзывы и выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Очень большой расход воды. Инструкция. Звуковой сигнал изначально выключен. Очень чувствительная кнопка выключения. Не запоминает фазу цикла при отключении. Теперь перейдем к положительным. Стоит как вкопанная. Не шумит, так что соседи все рады. Куча программ. Удобный доступ к фильтру. Хорошо отстирывает много функций. Дизайн. Машинка хорошо отжимает. Маленький расход моющего средства. УФ обрабатывает. Всем спасибо, рад, что досмотрели до конца. Для покупки этой модели по выгодной цене следуйте по ссылкам в описании. А чтобы не пропустить новый обзор, подпишитесь на канал и включите колокольчик. Надеюсь на вашу поддержку, поэтому делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».